Все. Когда я учился в школе, я плохо учился в школе. Мне было скучно. Я смотрел в окно все время. А моя учительница мне сказала: когда ты вырастешь, тебе не будут платить за то, что ты смотришь в окно. Так вот, Валентина Михайловна, я вырос, смотрю в окно, и мне за это платят деньги.